Ребят, большое спасибо за советы на мой вчерашний вопрос. Очень много мне там всего, в общем, насоветовали. Оказывается, я не единственная, кто страдает такими симптомами. Очень много людей. И там меня еще просили поделиться ответами. Вот такое же состояние, и не знаю, в чем причина. В общем, самые популярные ответы – это сдать анализы на гормоны, на щитовидную железу, сходить к эндокринологу, вот, попить успокоительные. Кто-то предположил, что это вообще депрессия, сходить к психологу, к себе покопаться. Ну, в общем, вот так вот. Настроение пока еще скачет. То весело, то грустно. Сейчас мне вроде бы более-менее. Но пару часов мне было очень сильно грустно. Было 8 шишек. Угу. Убираем 3, получится 5. Напиши. Значит, 8 минус 3 равно... 8. Там еще грибочки. Вон. Минус. Угу. Нужно маленький. Не хочу мой. Что значит не хочу? Давай. Сейчас ты ленишься, не стараешься. Быстрее, быстрее не надо. Нужно аккуратно и правильно, смотри, потихоньку. Ну, где? Покажи. Ну, уже получше, но все равно. Еще старайся. Вот еще. Порча. Ребят, один из блогеров, Сергей Медведев, разыгрывает на своей странице Instagram часы Rolex. Эти часы за 1 000 000 достанутся счастливчику из его подписчиков. Все, что нужно сделать, это просто на него подписаться, и ты... закрыть полностью, опять страна, опять на карантин посадить полностью. Что ты думаешь? Потому что люди расслабились, уже не соблюдают никаких правил, не это самое. Ходят вон маски под подбородком и все. Ой, пожалуйста. Да, что в первый, значит, карантин у нас было меньше в мире, а теперь у нас больше. Вот. В Мадриде было много, но сейчас опять в Мадриде растет что-то. Везде кругом растет, в общем. У нас тут вот на Сапи, ну, то есть рядом с пляжем есть один дом престарелых. Там заболели абсолютно все. И умрут все абсолютно. Потому что они вообще там со всякими, мало того, что со всякими болячками. Сначала было 40 зараженных, теперь 90. То есть там и медперсонал, и все старики. А старики, которые не ходячие, ну, представь, короче, потихоньку умирают. Это прям...